Как изменить рингтон на устройстве Huawei P Smart 2021? Открываем приложение «Настройки», выбираем пункт «Звуки и вибрация». Затем нажимаем «Мелодия вызова». Вверху есть надпись «К сим-карте 1 и к сим-карте 2». Выбираем мелодию для сим-карты 1, затем на сим-карту 2. Ну, в принципе, все. Вот и вся магия. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!